есть подпункты 5, пункты 2, статья 1 закона города Москвы от 11 июля 2012 года, номер 39. О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы. Постановление правительства Москвы от 2 июля 2013 года, номер 428 ПП. О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве. Совет депутатов муниципального округа Донецкий решил согласовать установку ограждающих устройств в качестве двух штук на придомовой территории по адресу Мытная, 23, в соответствии с представленным проектом размещения ограждающих устройств при условии обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.